На выставке World Food 2022 «Сладкий стол». И представит нам этот стол Иван Евстафеев, компания «Питер Фрост». Иван, здравствуйте. Расскажите, что вы нам принесли. Добрый день. Сегодня мы принесли 4 очень вкусных тортика. И почему именно они? Вот с этой продукции началась наша фабрика. В 2007 году вместе с голландцами мы ее построили и запустили их яблочные пироги традиционные. Они делаются с яблоками, с какими-то ягодками. Вот с этой сеткой. Это обязательный атрибут этой продукции. Медовичок, всем знакомый, с детства, все его любят, мы его делаем со сметаной, с натуральным медом. Это прекрасная продукция, сейчас топ продаж в нашей линейке. Чизкейк, любители современной кондитерки, они, конечно же, чизкейки все знают и ценят за их текстуру, за их мягкость, за иногда деликатный, иногда такой настойчивый вкус. Вот мы делаем что-то среднее, кремообразная начинка, песочная подложка, ну и такой привлекательный, что-то новенькое, интересное, цветное. На самом деле мы используем натуральный краситель, здесь мы красим бисквиты с помощью шпината. А вообще вкус фисташка, да, это такой трендовый интересный вкус, и вот мне показалось, что будет интересно, наверное, представить именно эти позиции, принести, рассказать про них. Вы упомянули в своей истории голландскую компанию, какие-то голландские, наверное, технологии. Что сейчас, это наши продукты или мы закупаем что-то где-то? Это практически на 100% все уже локализовано. Есть какие-то химические компоненты, которые стабилизаторы или какие-то загустители, которые, конечно же, приходится ввозить из-за рубежа, но сейчас переориентируется все в основном на восток. То есть крахмалы уже идут из Ближнего Востока, либо с Китая. Какие-то российские крахмалы используются. Ну, в целом, потихонечку все становится на 100% локализовано. Ну, есть какие-то еще все равно остатки. Ну, могу сказать так, вот, например, молочка у нас очень классно. Вот сыры используем, только российские, и они прям отличного качества. Сметана у нас 33%, это прям, ну, вообще шикарно. То есть я такой сметаны вот, ну, много где бывал в мире. И вот, ну, вообще молочная продукция у нас, я думаю, самая лучшая. И мы в своих тортах используем, конечно, молочку только локальную, российскую. Где находится производство и насколько вы широко представлены по России или, может быть, даже за рубежом? Мы находимся в Ленинградской области. Это город Всеволожск, небольшой. Представлены широко, но мы в основном поставщики хорики, да, то есть рестораны, кафе, очень крупные сети, в том числе фастфудные, берут нашу продукцию, что-то мы делаем им под заказ. Вот этот ассортимент, он конкретно, конечно, такой вот распространенный, он у многих представлен, да, какие-то есть контрактные позиции. Ну, в целом, конечно же, магазины и в том числе ритейл-сети мы поставляем. Однако вот на данный момент все-таки хорика занимает у нас процентов, ну, больше 2/3, но мы ищем новые каналы сбыта, в том числе понимаем, что большой объем могут дать торговые сети, и возможности здесь видим. Что ж, я думаю, на этой выставке вы действительно можете найти новые каналы сбыта и новые сети, которые заинтересуются вашей продукцией. Спасибо вам большое. Спасибо. Хотел добавить один момент, что как раз-таки вот через 2 года мы достроим себе новый цех и в том числе хотим расширить, загрузить его с помощью сетей, потому что продукцию можем выпускать очень разноплановую и, возможно, в новых цехах запустим новую линейку. Здорово. Успехов еще раз, Иван. Спасибо большое. Спасибо вам.